Всем привет, друзья, с вами Алексей, канал Жор. Сегодня туманное утро, вообще ничего не было видно, приходилось 2 часа сидеть, просто ждать, пока растуманится. Прибыл на щуку, попробую поймать ее. Осень в разгаре, погода шепчет, скоро дождь пойдет. Ну, по всем признакам должна хоть одна клюнуть. Знаю несколько мест, не буду долго ловить, чисто пройдусь, по несколько забросов, несколько точек, посмотрю, грибочки, может, появились, и домой, как говорится. Ну и для вас сниму, чтобы вы тоже свои места проверили. Все, начинаем. На червяка. Да, вторая на червя. Щуки сейчас клюют только на червяка уже, 2 щуки на червя. На живца не пробовали ни одной поклевки, на спиннинг ни одной поклевки. Как сейчас там с этой мордой выдрать, блядь, нашего зас... Сейчас еще и пальцы поранишь. Ты понял, как бывает. Тигрица, иди расти. Ты понял. Смотрите, кого я нашел. Это веретенница. Ящерица без ног. Ее можно вроде даже взять в руки. Чик. Смотрите. Красивая такая. Пусть меня не ползай по дороге. Для тех, кому интересно, как я выгляжу на рыбалке. Такой подсачик, удочка. Спиннинг, вернее. Буду использовать блесенку. Вот такую. Не знаю, что это за блесна, но я уже на нее поймал пару штук. А вот и первый грибок. Маслет. Масленочек. Хорошенький. Наше шаманское место. Такая гладь, что так хочется вам. Малек тут присутствует. На удочку надо было взять тоже, попробовать. Вот это ленечек, смотрите. Оп. Убежал ленечек. Вот такой вот красавчик. С ногу.
Хорошенький. Ой, красавчик какой. Почти КГшка тут, я думаю. Отпустим его, пускай развивается. Блестит так. Отпустим этого красавчика. Пускай он растет. Давай, малыш. Такая выдалась рыбалка, получается. На щуку не поймал. Закинул удочку буквально 5 минут. Вот тебе, держи две рыбы, как бы. Вот и все. Одну, правда, убежала сразу, как бы хотел вам снять. А вторая сразу самец клюнул, еще больше. Его я тоже отпустил. Пускай они радуются жизни и живут. Ну а вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока.